Так же, как Эйфелева башня. Ведь вокруг там ничего нет. Это трехмерка. Но было принято. А план, можно посмотреть? Вот тут. Да. Вот, да, а тут, да, вот это. А это у нас тоже есть. Вот это интересно будет вам посмотреть, да. А мы сделали другое. Полностью все объекты, которые не являются даже стратегическими, мы их под землю опускаем. Мы делаем площадку для... Пустую. Пустую. Как, ну, некими водоемами. Так действительно это какой-то... Сейчас увидите. Вот такая штука. Ну и зелень. Красиво. А? Красиво. Красиво. Их убрать. Их мы не удаляем, убрать. А мы их под землю. Нет, ну в новой такси есть еще. Чем это вот, видишь, планировка? Ну, один к одному, но только что это развернули. Сверху показать? Поэтому, если говорить об этом, если говорить... Ну, уже понятно, да? Вот об этом надо говорить. Я начинаю как-нибудь потихонечку. Так что, Дима... Вот хорошо, что все у вас под землю, как это вот сказал Вадим Николаевич, что там как ракеты будет все выдвигаться. Ну, покрути еще так под разными углами, я снимаю. Проект шикарный, молодец. Это ты сам сделал, да? А, под основу, то есть все элементы, это автокад Станислава? Милешин. Милешин Станислав, да? Молодец. Дмитрий Терехов. Дмитрий Терехов, очень приятный. Красивая очень презентация. Благодарю. Ну, покрути еще, покрути. С разными углами так. Да. Это вот Анны Туровой проект, да, вообще-то, да? А, за базу взял. Анны Туровой, да. Анны Туровой проект, да. За базу, да? Шикарно. Ее проект. То есть только у нее еще был подземный гараж? Это Шаболовка 35, там высотный недострой. Вы его снесли или оставили? Нет, вот как раз, да. И мы хотим сделать в ней вот гостиницу. Это, да? Это комплекс как раз отдельно показать. Замечательно. Хорошая презентация.